Всем привет, ребята, с вами как Пейс, в игру Wedding Day, то есть свадебный день. Не знаю, как так получилось, но попала я на дно опять на того разработчика, про какого мы играли маньяка в предыдущем хорроре. Не знаю, я рандомно, меня опять подкупили красивые картинки. Ну и менюшка была нормальная. Ладно, посмотрим, что у нас будет на этот раз, погнали. Надеюсь, не такое зублюдское, как в предыдущий раз. Загрузка такая же. Да, точно такая же играет, то есть такого разработчика. Чаптер первый. Void. Бля, на настройку ничего не поменял. Забыла. Идейно. Так. Вот сейчас поменяем. Так. Все та же проблема. Звуки. Все. Ага. Все. Все, погнали. Да, ведь вот это происходит день свадьбы, да? Я хожу по невидимым платформам на какой-то хрени. Иду хер знает куда. Искав какие-то фонарики. Это... очень странная свадьба. А это баяны? Или гармошки? Издалека похоже на гармошки. А я не играю на гармошки. Нет, я так прыгать не могу. Настолько я, блядь, уничтоженная здесь, а? Тё, ключик? Зажигалка. Ну, конечно. Как вы это знаете? На F-ку? Написано на Т. В смысле на Т? Ой, как это уёбищно. Ну, прикольно, кстати, открывание. Это рассматривать. Не, ну рассматривать прикольно. Это прикольно открывается и прикольно закрывается. Вот это реально, смотри, как выявить. Оп, 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 оп. Ой, как приятно. И, кстати, всем прикол зажигалки, если она вообще ничего не освещает. Смотрите, темный угол. Ладно, освещает, но очень по-ублюдски, если что. По-ублюдски, я сказала. Нахера мне книга? Читать будем? Не люблю читать. Ты радио за всем... И... все это было? Какой-то свет, моя голова болит, бла-бла-бла. Зажги типа свет, наверное, или что-то про радио, я хер знает. Что-то такое, наверное, было. Но чё туда в это нельзя? Блять, будто... Теперь к женщине идти. Женщина моей. Ой. Тут ничего нету. Ну какого хера я пройти не могу тут? Да хер! А, конечно, хер! А что делать тогда? Я засглавил, где все. Да хватит так делать. Немного бесит. Ну-ка. Дайте книгу пульну у тебя сейчас. Да хватит тут этот звук. Будто... опа. Книжка. Физика просто отвратительная. Ну,
сделать игру получше, чтобы тут не подвисало. Очень сложно было, да, разработчик? Чуть такое. Фигня какая-то. Женщина, какая там женщина, говорит. Встань! Че какая маленькая? Я уменьшаюсь, что ли? Я уменьшаюсь в размерах, а это большая проблема. И чё, ну женщина, и ты чё, женщин никогда не видел, что ли? Сазги, зазги, зги, 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 зги. Кстати, слезть нельзя, нихера. А, можно. Женщина, к тебе можно пройти, к ней нельзя пройти. Сука. Вообще ничего нету. Что делать тут, хер поймешь. Зачем мне это надо? Я так понимаю, надо убрать и зайти в портал. Тупой портал, конечно, но имеем, то имеем. Да, с графикой тут все очень плохо. Просто ужасно. Надо кто-то назад, что ли, отвечаю. Ну как я это сделаю вообще? Даже не взаимодействуйте. Ну и... Эй, ну... Хера знает. Опа! Нет, ни хера. Давай. Я не понимаю, нахуя я вообще сюда залезла, если я абсолютно вообще ничего не меняется. Теперь медленно закрывается. Ну пиздец какой-то. И что делать-то тут, блин? Ну скажи, как это убрать?